Ремонт дорог в Магнитогорске в этом году подходит к логическому завершению. Так, всего за несколько дней полностью обновили асфальтобетонное покрытие на западной стороне проспекта Ленина от улицы Гагарина до улицы имени газеты «Правды». Участок площадью 4000 квадратных метров обновляли в рамках муниципального бюджета, а несколькими днями ранее для эксплуатации была открыта улица Набережная. И это еще не финиш. Параллельно с этими работами у нас идут работы на шоссе Западном, идет фрезеровка асфальтобетонного полотна, идут работы по улице Ленинградской от Ленина до Горького две стороны, также идет фрезеровка и работы по улице Тевосяна от Руда до 50 лет Магнитки. В рамках муниципального финансирования в этом году должны быть приведены к надлежащему виду 15 участков дорог. Всего из местного бюджета на ремонт городских дорог было выделено 143 миллиона рублей. Примерно столько же город получил и в рамках реализации программы БКАД. Несмотря на разные источники финансирования, качество выполняемых работ не страдает.